Постройте амбар, сэр. Какие будут указания? Мы идем. Можете рассчитывать на нас. Мы уже идем. Куда пойдем? Это не так просто. Послание от крысы. Дурак! Ты скоро поплатишься за то, что вмешался в дела сильнейших. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Нужно дерево. Нас атакуют войска крысы. Ждем ваших приказов. Уже в пути. Уже идем. Мы идем. Нужно дерево. Нет свободных людей для этой работы.
Люди любят вас, мой лорд. Запасы камня слишком малы, сэр. Провизии осталось мало, повелитель. Нужно дерево. Я передумал. Поскольку плата наемникам недавно возросла, мне нужно больше эля, чем мы договаривались. Это справедливо, не правда ли? Нужно дерево. Провизии осталось мало, повелитель. Наш золотой запас стабилен. Нужно дерево. Провизии осталось мало, повелитель. Нужно больше дерева. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Провизии осталось мало, повелитель. Нас атакуют войска крысы! Лучники готовы. Мы уже в пути.
вашим услугам. Всегда готовы. Выступаем. Провизии осталось мало, повелитель. Милорд? Ваша популярность падает. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Народ весьма почитает вас, милорд. Нужно дерево. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Наш хмель пожрал долгоносик. Урожай погиб, милорд. Говорят, что видели отряд крыс в этих краях. Ваше указание? Есть, ваша светлость. Ваша популярность растет. Нас атакуют войска крысы. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр.
Такие будут указания. Уже идем! Идем в ваших приказ, готовься! Послание открыто. Этот мир сошел с ума! Я тебя уничтожу! Идем в ваших приказах. Да? Мы идем. Мы уже в пути. Люди любят вас, мой лорд. Мои графства не так давно пострадали от штормов, и я боюсь, мне нужно еще больше, чтобы выручить необходимые деньги и нанять армию. Лучники готовы. Уже идем. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Мы идем.
Послание от вашего писаря. Дурные вести, сэр. Герцог де Трю по прозвищу Кабан только что занял одно из нейтральных графств. Милорд? Мы уже в пути. Идем ваших приказов. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Да? Уже идем. Лучники готовы. Мы идем. Мой лук вашим услугам. Милорд, мы уже в пути. Это нельзя здесь разместить, милорд. Амбар полон, милорд. Наш золотой запас стабилен. Нужен камень. Послание от вашего писаря. Партия Эля собрана и отправлена змее. К счастью, подкрепление, которое он обещал, скоро прибудет. Уже идем! Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Да? Мы идем. Thank you.
послание от вашего писаря. Прибыло подкрепление, присланное змеей, сэр! Лучники готовы! Мой лук к вашим услугам! Мы уже в пути! Милорд? Уже идем! Амбар полон, милорд. А? Мы уже идем! Разведчики докладывают, что к нам движется армия крысы. Выступаем! Какие будут указания? Мы идем. Ждем ваших приказов. Нас атакуют войска крысы. Да? Уже идем. Мы идем. Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Мы уже в пути. Можете рассчитывать на нас. Есть ваша светлость. Мы уже идем. Милорд? Не вижу цели, сэр. Приготовить стрелы. Амбар полон, милорд. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Всегда готов. Прошу указать. Что нам делать? Легко. Проще некуда. Враги не выдержали нашего натиска.
Послание от крысы. Ведь все же хорошо, да? Да, я думаю, все так и должно быть, правда же? Победа! Вы уничтожили выступившие против вас войска и одержали победу. Но как только вы вернулись, вам сообщили, что змея нарушил договор и захватил бывшее графство крысы. Я и не ждал ничего другого от этой двуличной гадюки. Я сам с ним разберусь. Зато пока крыса бестолково носился вдоль границ графства, небольшой отряд наших людей занял его собственный замок. Сейчас крыса направляется туда, надеясь его вернуть. А я хочу, чтобы вы опередили герцога и возглавили наш тамошний гарнизон. Почему же вы раньше не вмешались? Не ваше дело. Сражаясь с Депиусом, эти мятежники одерживают одну победу за другой. Из-за него мы неприглядно выглядим. Постарайтесь, чтобы на этот раз победа им не досталась. Я им голову поотрываю. Ходят слухи, что кабан родился таким уродом, что родители бросили его на улице. Правда это или нет, мы не знаем, но известно, что воспитала его шайка бандитов, которая грабила деревни и небольшие города. В это время его явно недокармливали, и когда он, набравшись опыта в военном деле, возглавил банду, после рейдов в первую очередь его интересовала еда, вследствие чего он с тех пор весьма разъелся. Ваша задача — охранять замок крысы от его бывшего владельца. Замок не слишком удачно построен, и вам следует его укрепить. В частности, неплохо было бы прорыть до конца окружающий его ров. Это отличная возможность покончить с одним из этих предателей.